Тяжелые огнеметные системы для удара по украинским подразделениям в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. Потери Киева на Краснолиманском направлении составили до 80 человек, уничтожены гаубицы Д-20 и самоходная установка «Гвоздика». Кроме того, в ДНР, Херсонской и Запорожской областях ликвидировано 3 склада боеприпасов украинской армии. Силами ПВО за сутки сбиты.